Я, походу, слепошара. Это капец. Я ненавижу голубей. Алкоголь, это вредно. Добрый день, с вами Айден. Кажется, весна наступила. Давайте поставим большой палец вверх за это. Хочу 10 тысяч лайков, ничего не знаю. Победитель прошлого выпуска, это, конечно же, Андрей. Он получает курточку от нашего прошлого спонсора. Сегодня я приехал в город к Максиму и Паше, просто потому что они написали комментарии, поэтому пишите чаще комментарии под роликом, будете участвовать в наших челленджах тоже. Вас мама часто вообще магазин просит что-то купить? Достаточно часто. Достаточно, от тебя? Не так уж и часто, но отправлю. Сегодня я буду вашей мамой, и я буду выбирать себе лучшего сыночка, скажем так, который лучше справится со списком продуктов, которые необходимо купить в магазине. Здесь два одинаковых списка, абсолютно разные продукты. У вас будет всего лишь 10 минут. Кто купит больше продуктов, и самое главное, чтобы они были прям четко те, которые написаны, указаны в этом списке, тот получит сегодняшний приз, который находится вот в этой вот штучке. А что за приз, вы узнаете только в конце выпуска, и наши зрители тоже узнают в конце выпуска. Все, готовы разбегаться, мальчишки? Ага. А, вот список, список возьмите. И тебе список. Побежал. Удачи вам, мальчишки. У-ху! Россия! К чему я это сказал? Итак, в нашем списке: тетрадь World of Tanks, вискас рагу с курицей, шапочка для бассейна, растяжитель для обуви каждый день, чай Лисма с лимоном, сибирский борщ с мясом для похудения, домашний рулет с клубникой, килограмм египетского картофеля, молоко домик в деревне 2,5%, сыр капреты по акции 200 грамм и веселая кувалдочка. Это важно. Ну чё, погнали. Чай Лисма лимон. О, нормально. Так, тетрадка есть? Пошли к вискасу. Так, куда больше? Вискас. Рагу. Так, что с курицей? Рагу. А, это с телятиной. О, нормально. Готово. Так. Это не то, алкоголь это вредно, сок это хорошо. Мне кажется, я вообще не туда пошел. Картофель Египет. Вроде этого должно хватить. Какая веселая кувалдочка. Так, корм. Может, это вообще? А, там вообще какой номер? А, номер 80, нормально. Прилипаем. Еще пакетик, подарочек. И пошли. А вот домик в деревне. Ой, это не домик в деревне, вы шо? Сыр. Где? Я, походу, слепошара. Вот сам домик где я не нашел. 2,5%. Это 3,9. Вы что, издеваетесь? Может, с другой стороны? Это... Ура! Неужели? Круто! Все, время вышло. Это капец. Ну, было достаточно сложно, но я думаю, что мой оппонент проиграл. Мне так кажется. Не думаю, то, что он соберет меньше, я думаю, соберет он больше. Солнышко. О, бегут. Давайте, бегите-то быстрее. Бегите, сыночки. Сейчас будем определять, кто из вас лучше закупился. Тетрадь World of Tanks. Так, тетрадь World of Tanks у обоих пацанов. Так что пока что между вами счет 1-1. Отлично, идем вровень. Дальше, вискас рагу с курицей. Показывайте мне, пожалуйста.
У меня нету. У тебя нет вискоса? Принимается, молодец, сыночек, 2-1 счет. Шапочка для бассейна, плавательная мама сегодня пойдет купаться. Давайте, сыночки, обрадуйте мамочку. Не успел? Нет, эх вы, нашел. Ладно. Маме надо растянуть обувь, растяжитель для обуви мне, сыночки, быстро давайте, быстро. Нет опять, да что ж за сыновья такие? Мама хочет пить чай, и именно марки Лисма с лимоном. Быстро мне сюда, сыновья, чай Лисма с лимоном. Молодец, сыночек, 2-2, счет пока равный, тем интереснее. Кстати, поставьте видео на паузу, напишите, как вы думаете, кто из ребят сегодня заберет главный трофей вечеринки. Мама садится на диету, ей срочно нужен борщ сибирский для похудения с мясом. Давайте, быстро, я знаю, что толстей. Оператор хочет смеяться. Просто. Вы меня прямо-таки уже раздражаете, где рулет домашний клубничный? Нету. Хочу с каждого по килограмму картошки, и ни больше, ни меньше. Мне нужен был именно египетский картофель, здесь действительно египетский весовой картофель. Мне нужен был ровно килограмм. Ты зачем маме килограмм 800 дал? Ты хочешь, чтобы я разжирела, что ли, я не понимаю. Килограмм 800 я не принимаю, мне нужен килограмм. Нет, мне нужен килограмм, ну что такое? Там было написано в списке, килограмм, ты не купил. Все, бери свою картошку, не считаю. Здесь что у нас, сколько ты мне картошки? Египетский, все как надо. Килограмм 300, хотя бы 300, 300 грамм, ничего страшного, могу переесть. 3-2 счет пока что в пользу этого сына. Ну что, мальчики, молоко домик в деревне 2,5%, 950 грамм, мне быстро сюда дали. Молодец, сыночек, а у тебя что? 3,5%? Ты что, охренел? Ты хочешь, мама разжирела? Я не понимаю, сын, на свое молоко. Ну а страсти тем временем накаляются. 3-3, друзья, давайте продолжать. Сыр нету. Хочу. Нет? Да. Да что ж такое-то? Веселую кувалдочку дайте. Так. Нету. Это весь список, друзья, и наш счет 3-3, что самое интересное. Короче, вы не нашли мне веселую кувалдочку, я без веселой кувалдочки жить не могу. Даю вам подсказку, она находится в разделе детских товаров. Кто первый найдет эту штуку, тот и получает главный приз. Давайте, погнали. Ты справился с своей задачей за 30 секунд, а ты, Максим, справился за 42 секунды. Поэтому веселая кувалдочка достается мамочке от Паши, и Паша, сегодняшний победитель, получает, ну, то есть ты себе можешь оставить, вы себе оставите все веселые кувалдочки. Ну что, подарок для тебя сегодняшнего выпуска – это вот такая вот профессиональная игровая мышка. Достаточно дорогая, я тебе честно скажу, вот такой компании. Вот игровая, ты играешь там, в игры какие-нибудь? Нет, не играю. Да, компьютер-то хотя бы есть? Да, конечно. Компьютер есть, поэтому замечательные профессиональные ребята, еще раз говорю, вот эта игровая мышка уходит сегодня Паше за то, что он чуть-чуть, хотя бы прям буквально наравне ребята были. Никто не обижается, все рады, забираются свои картошки. Спасибо. Друзья, соберем 10 тысяч лайков, я приеду в ваш город, пишите в комментариях, какой именно ваш город, чтобы я приехал в следующий раз. Сегодня мы в одном из городов подписчиков. И в моем паблике ВКонтакте можете со мной пообщаться в личных сообщениях. Всем отвечаю моментально, проверяйте, ссылка будет в описании. Все, arrivederci, adios, amigo, пока! Ничего, мне все равно компания нет, поэтому смысла нет. Ну да.